шепнула мне: «Извини, мой друг, завтра утрочкам улечу на юг». Мол, я девочка, сероуточка, а любовь у нас была шуточка. Мол, гуляли мы, чувства тратили, а теперь, малыш, беги к приятелям. Погоняй с очком красавец бабочек или насобирай альбомчик марочек. А чё-чё. Ранитое сердце бьется так горячо. А чё-чё. У меня не жизнь, у меня не жизнь, у меня не жизнь, а-а-а, вы чё? One, two, three, а вы чё? Four, five, six, а вы чё? Eight, nine, ten, а вы чё? Eleven, twelve. Говоришь, что плохо я целуюся, это ничего, потренируемся. Говоришь, не модно одеваюсь я, милая, ведь я исправляюся. Говоришь, что очень несерьезный я, а не ровен час приключится дитя. Не за что ему будет куфайку. Но с таким, как я, негативно жить. А чё-чё. Ранитое сердце бьется так горячо. А чё-чё. У меня не жизнь, у меня не жизнь, у меня не жизнь, а вы чё? One, two, three, а вы чё? Four, five, six, а вы чё? Eight, nine, ten, а вы чё? Eleven, twelve. Улетаешь, что ж, дорога с катертью, я тебе во след ругнусь матерно. С кем хочешь, целуйся, с кем хочешь, гуляй, с кем хочешь, дитю, куфайки покупай. Вспомнишь ты не раз свою фамилию, мой подарочек, желтую лилию. Молодость один раз случается, кто плюет в любовь, того взыскается. А вы чё? One, two, three. А вы чё? Four, five, six. А вы чё? Eight, nine, ten. А вы чё? Значит, в первом куплете, в проигрыше, и во втором куплете в начале у нас играется следующий перебор такого вида. И так по циклу мы ходим. Играют у нас 6-я, 5-я, 4-я, 3-я струны. Я, допустим, для себя решил, что у меня для каждой струны будет свой палец. Для 6-й это большой палец правой руки, дальше указательный, безымянный и средний. И вот каждый палец отвечает за свою струну. И таким образом у нас идет
согласно зажимаемым ладам, идет такой перебор, значит. Сначала, значит, 5-4-3. Затем следующий уже аккорд. Это значит 6-5-4-3-4. Следующий аккорд. Значит, 6-5-4. Здесь уже большой палец играет. И последний аккорд. У нас идет 5-4-3-4-5. И в итоге получается так, если медленно. Первый аккорд, второй, третий, четвертый. Итак, мы ходим по кругу и поем. Значит, у нас первые два куплета, проигрыш мы так играем. И начало второго куплета. Затем у нас начинается припев. Там мы, значит, играем уже аккорды по ним проводя. А-чо-чо у нас идет на аккорде ДМ. Просто проводим. А-чо-чо, чо-чо-чо-чо. Чо. И дальше идет аккорд такого вида. Вот аппликатура его. Играют первые четыре струны. Вот он зажат. Бас у нас на четвертой струне. То есть 4, 3, 2, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Это номера струн, да? Затем идет аккорд. Значит, ля у нас, да? Просто в позиции баре пятого, да? Ранетая. И здесь можно делать добавки. То есть сыграли один раз вот по всем струнам. Тра, и тут же мы идем по первым трем. Прам-пам-пам-пам. Прам-пам-пам-пам. Вот. И здесь еще у нас как бы в середине идет такой аккорд. То есть вот мы один раз провели. Трам-пам-пам-пам. Второй уже несколько другой. Прам-пам-пам-пам. Мы... Когда провели, быстренько безымянным пальцем зажимаем шестой лад первой струны. Там получается вот на трех струнах добавка несколько другая. Такая более септовая. Последний раз мы еще раз. Тран. То же самое, как первый раз мы играли. Горячо. Опять на ДМ мы спускаемся, но здесь тоже играется добавка на трех струнах. Пран. Таким образом он идет. То есть мы добавляем мизинец на... Убираем отсюда мизинец с этого аккорда и ставим его на восьмой лад первой струны, если медленно. Вот так получается. Потом мы еще раз все это проигрываем, да? А чо 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 чо. И вот здесь на аккорде А уже... У меня не жизнь, у меня не жизнь. Вниз просто идет бой. У меня сначала по басовым струнам начинаем бить. Потом все глубже и глубже уходим. Уже по трем, допустим, на второе. А у меня не жизнь. И уже последний раз у меня не жизнь. Мы бьем уже по всем, да? У меня не жизнь. У меня не жизнь. У меня не жизнь. И дальше мы переходим уже на аккорды. На три аккорда у нас идет ДМ. Желательно в открытый, чтобы они звучали погромче, посочнее. И вот мы их крутим, 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 а бы чё. Причем бой здесь такого вида. Бой простой. У нас вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот один цикл боя. Видим, что у нас аккорд ДМ и Ж, они делят этот вот бой, цикл боя, пополам. То есть та-та-та-та-та-та-та-та. А аккорд, он весь у нас играет с этим циклом боя. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Бой простой, ничего сложного. Понятно, да? Затем, значит, говорит, что плохо целуюсь, идет опять у нас первый кусочек куплета. У нас идет он тоже перебором. И затем у нас начинается как бы более такой громкий, яркий остаток этого куплета. Говорит, что очень несерьезный я, да? Играю я таким образом, значит, первые два аккорда на барре, потому что мне аккорд Б бемоль удобнее ставить вот в позиции шестого лада. Его можно вот здесь, понимаешь, поставить. Но мне здесь не нравится, вот здесь. Поэтому я ставлю ДМ на барре, дальше Б бемоль на барре, а уже До открытую ставлю. И рядышком с ним, естественно, Фа у нас, да? F.
Вот. И идет такой, значит, у нас бой. Один цикл боя у нас приходится на два аккорда, да? Вот один цикл. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И дальше опять здесь. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот, затем у нас идет опять припев, а чё-чё, все то же самое, чё-чё-чё-чё-чё-чё. Последний, значит, куплет у нас идет, первая его часть, первая часть куплета, она идет на тех же аккордах, да, которые мы только что разбирали. Но мы другим боем несколько играем. То есть раз, два, три, удары всегда идут вниз. И желательно по верхним струнам, да, то есть по басовым. Первый аккорд у нас три удара вниз. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Понятно, на первый аккорд приходится три удара. На второй пять, на третий три удара и на четвертый пять. И дальше аккорд А. Каким боем? Вниз, вниз, вверх. Вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Дальше А. Вниз. Его тоже мы как по нарастающей играем. И пошел припев. И вот здесь мы затихаем, 11, и заканчиваем начальным аккордом 12. Вот и вся песня.